Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Деловила», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед, размер колеса 26 дюймов. Это модель от торговой марки «Келес». Модель называется «Нага 70». Бренд «Келес», модель «Нага», «Нага 70». В описании хочется сказать следующее. Рама алюминиевая, размер колеса 26 дюймов, тормозная система веб-брейки. И характерное отличие этого велосипеда в том, что это считается велосипед взрослый, но уже можно его предлагать подросткам, которые уже имеют рост 1,35 м, 1,40 м. Тем самым, когда родители хотят немного сэкономить, купить сразу взрослый велосипед для своего подростка, то, конечно, лучше уже покупать такой велосипед, а не маленький подростковый. Имеется в виду то, что рама здесь заниженная, и расстояние от верхней трубы до нижней части 70 сантиметров. Тем самым велосипедист с легкостью с ростом 1,40 м, 1,45 м может уже кататься на взрослом велосипеде. Это приблизительно класс 3-4. Ребенок, если ходит класс 3-4. Более детально хочется следующее сказать. Покрышка по центру идет гладко, тихо будет ехать велосипед по асфальту. Боковые шипы будут устойчиво держать на пересеченной местности. Крепится колесо при помощи легкосъемного эксцентрика, что легко транспортировать. Можно снять колесо при транспортировке. Тормозная система Tektra надежная, хорошая, качественная. На веб-брейках. Вилка здесь идет с ходом 70 мм от торговой марки Santur. Ну и приятно то, что здесь уже стоят нормальные хорошие монетки, которые пальчиками переключать, а не крутить. Это будет комфортно подросткам. Четкость переключения и четкость торможения обеспечена от торговой марки, которая выпускает этот велосипед. А выпускает велосипед Келес, как мы говорили, модель Naga 70. Спереди стоят шатуны. Вот имеют алюминиевые шатуны, которые имеют защитную щиток на большой звезде, а звезд здесь 3 спереди. Соотношение зубьев 22, средняя 32, большая 42 зуба, что соответствует опять-таки стандарту горному велосипеду. Сзади стоит переключатель на 7 скоростей, и что самое нужно отметить, в велосипеде не трещотка, а кассета. Кассета — это усиленный элемент у велосипеда. Кассета здесь семискоростная, причем большая звезда с большим количеством зубьев. Магаренч еще, как ее часто говорят. Ну, велосипед также стоит отметить, имеет камеру с ниппелем под автомобильный насос. То есть легко накачать на любом СТО. Это комфорт, опять же таки, для подростков. Велосипед имеет, также стоит отметить, что велосипед имеет специальное отверстие для того, чтобы на него можно было установить багажник. И из горного велосипеда можно превратить в дорожный, путешествовать легко. Также поднимается седло при помощи при помощи эксцентрика. Педали пластиковые. Пластиковые, стандартные, легкие, нормальные педали. В общем, данный велосипед очень легкий и красивый. Продается в киевском спортивном магазине на бульваре Перова, в магазине «Велавива». Если вас заинтересовал данный велосипед, приходите к нам. Если вас заинтересовал наш видеообзор, подписывайтесь на наш YouTube канал. Будем рады каждому подписчику. Каждый хороший отзыв гарантирует вам хорошую скидку. Пишите, оставляйте нам отзывы, подписывайтесь. До скорых встреч!